начала заниматься листочками, которые я получила, и уже сняла фольгу. Вот так вот упакованы были. Вот здесь ваточка влажная. И решила заснять, чтобы, ну, в прямом эфире, так сказать, убрать эту ваточку и посмотреть на срез, что нам приходит. Вот один из листочков, так вот он немножечко потерял тургор. Я сейчас набрала вот стаканчик водичку. Сейчас я уберу вот эту ваточку и поставлю водичку, чтобы он немножечко окреп. Вот эти два листочка хорошие. Посылка шла неделю. Сегодня 21 у нас августа, а 14 августа была она отправлена. Ровно неделю шли листочки, дошли прекрасно они. 800 километров, если я не путаю, шли эти листочки. Вот и в таком хорошем, в очень хорошем. Вот этот вообще очень хороший листочек, крепкий-крепкий, как будто его только срезали. Вот. Один только такой вот он немножечко утратил тургор. Ну, может быть, ему где-то больше было доступа. Может быть, мешочек не так плотно был закрыт. Вот, и сейчас я уберу. Так, штатив не взяла я. Одной рукой вообще-то получается. Сейчас мы уберем ваточку и посмотрим, что у нас там. Так, вот такой срез. Прекрасный срез. Вот это я уберу коричневое. И видите, ничего нигде, ни загнило, ничего. Прекрасно сохранился. Даже вот этот листочек, который такой немножечко грустненький. Вот я срежу сейчас вот это коричневое и поставлю в стаканчик. Вот сейчас я у этих, у крепеньких открою их черешки и тогда покажу. Итак, еще два листочка. И видите, очень хорошенький у него черешок. Очень. Чуть-чуть срезать, прям буквально 2 миллиметра. И все, и у второго листочка. Это вообще шикарно, даже все беленькое. Ну вот он лучше всех и выглядит. У него прям здесь беленькое все и хорошенькое. Вот так что дошли листочки прекрасно. Очень хотела я звездное небо. О, как-то я покупала, но не помню уже, может быть, деточку. И что-то не задалось. Надеюсь, что я этот листочек смогу вырастить. Так что будем наблюдать.